Всех приветствую, всем приятного просмотра, и давайте продолжать. Так, в прошлой серии мы с вами обыскали полностью все это здание, говорится, с ног до головы, но так я не нашел выхода. И здесь, когда я бродил, нашел вот такую вот щель, в которую можно будет с вами пролезть. Так что давайте попробуем. Нам нужно найти с вами красную дверь, плюс нужно найти пароль от двери, от часов. И еще что-то я уже не помню. Так, вот сюда мы сейчас с вами спустимся. У нас тут будет с вами красная дверка. Вот смотри. Ага, ля, и тараканы здесь. Она закрыта, но, по-моему, если мы сделаем с вами вот так. Бум. Давай посмотрим. То мы, по идее, сможем сюда зайти. Так, не открывайте, не заходи, да? Отлично, ля. Слышь, а там не будет эта подруга из звонка, которая затащит меня в колодец? Что? Что это за место? Это невозможно. Что со мной не так? Так, использовать? Нет, ничего не могу, да, использовать? Ага, а здесь у нас... Те символы. Я видел их раньше. А где мы эти символы сами видели? По-моему... Выглядит как место преступления. По-моему, в комнате, да, в какой-то мы видели. Схватить, отлично, лопата есть. А мы можем это сфотографировать? О. Вроде бы я в комнате где-то видел эти символы. Не открывай, да, по-моему, что там написано. Хорошо. Давайте вернемся. А здесь кусочек нету. Давайте вернемся в комнату. Я сейчас покажу вам это место, о котором я думаю. И посмотрим эти символы с вами. Так, главное, чтобы на нас сейчас тут никто не напал. Главное, чтобы на нас тут никто не напал. Блин, а чё я возвращаюсь, если у меня... А ну стой, погоди. По-моему, у меня в фотографиях эти символы есть. Давай смотреть лопата. Вот фотки, взаимодействовать. Где-то они должны быть здесь. Вот они, смотри. Вот этой вот в комнате. Давай, наверное, туда сходим все-таки, да? Посмотрим, может, можно будет прикрепить эту фотографию сюда. И получим какой-то ответ. Только если бы я еще помнил, где эта комната находится. Так, у нас здесь толчок. Здесь, по-моему, все закрыто. И там тоже вроде ничего нету. А где же я видел эту комнату? Так, нужно найти способ выбраться из этого дома. Да-да-да. Попробуем выбраться. Блин, игрушка вроде прикольная, но вот оптимизация иногда... Иногда подводит. Комната дедушки и бабушки. Так, где же эта комнатка? А ну-ка, идемте смотреть. Вот она, смотри. Вот эта вот комнатка. И вот эти вот знаки. Давай попробуем еще раз сфоткать. И посмотрим. Блин, тихонечко, не пугайте меня. Вот. Ага, может, смотри. Правая буква П, а левая это стрелочка вниз, да? С кружочком. Давайте попробуем это ввести. Может, это и не буква П, не знаю, но у меня будет П. Так, побежали. Но других вариантов я не знаю. Если это не это, то что я думаю, то... Будем мы тут бродить с вами вечность и не выберемся. Хотя тоже
Неужели ты не попытался выбить просто дверь ногой или окно? Так. Нужно попробовать сейчас стрелочка вниз, да? Здесь идет какая-то с кружочком где-то. Вот это вот. Да? Оно? Оно. А здесь буковка. Вот это вот. Вроде оно. Так. Не, не могу. Ничего. Ага. Вот лопатой могу. Только не говори, что сейчас поломаешься. Твою ж. Схватить. А может, мне сначала нужно было сфоткать, как думаете? Знак какой-то появился. Ля. Хорошо. Использовать. Блин, мне натуре нужно было, наверное, сначала открыть эту штуку. А как ее только использовать? Ну вот. А буковки С нету, чтобы открыть ее. Либо что там нам нужно? Блин, просто не хочется все заново это начинать. Ну вот, вот этот вот знак, правильно же? А сзади у нас... Ага, еще и третий знак. Погоди. Погоди, 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 погоди. А какой третий знак? Непонятно. Так, давай зайдем в снимки. Нет, не то. Снимки, снимки, снимки. Вот, смотри. Вроде пока есть правильно, да? Если мы стоим к колодцу. А второй знак у нас какой? Блин, хер его знает. Может пробовать просто использовать каждый по очереди. Во, смотри, получилось. Да, открыли? Нет, не открыли? Есть, открыли, ребят. Шикарно. Сейчас я хочу посмотреть, что находится у нас здесь. Вроде ничего. Так, давай заглянем. Даже так, это мы спускаемся сейчас с вами вниз. Блин, интересно, я лопату поломал. Это все? Теперь мне... Это мне придется все заново это все делать, либо как? Сука, почему у меня больше вопросов, чем ответов? Господи, этот запах. Эта вода отвратительна. Ты не видел воду, которая течет у меня из крана. Примерно такая же самая. Так, хорошо. Давай пройдем ближе. Не. Вроде ничего не происходит, да? Но тут тупик. Или что это? Стой, погоди. Так, коробка очень сильно похожа. Погоди, погоди, погоди. Смотри. Ага. Полумесяц, да? И у нас есть вот такая вот штука. Где ты? Или это не оно? Ладно, ладно. Давай смотреть, может, мы еще что-то с вами найдем. Хотя, думаю, навряд ли, да? Но если не ошибаюсь, если мы сейчас подойдем с вами ближе к стенке, она должна подсветиться, да, вот, шикарно. Давайте искать, ну вроде пусто. Так, а ты кто?
Нужно сфоткать. Да, нужно сфотографировать. Так, красные коллекционные предметы. Ага, это просто коллекционные предметы. Ясненько. Давай обыскивать полностью все. Хорошо, зачем нам лопата нужна? Для чего? Где мне найти кусачки? И почему наша дверка обмотана лентой? Этого здесь не было секунду назад. Так, ты кто? Офицер Рассел? И что мне делать? Hello? Донде стала библиотека? Хорошо, давай ближе подойдем. Нет, ничего нету. Это то есть сигнал, да, нужно поймать, наверное, зеленую лампочку. Ля, начинает мигать, смотри. Что? Что это за херня? Могу отсюда выйти? Нет, выйти отсюда не могу. Ты опять сюда звонишь. Тихо, тихо, тихо. Вот тут что-то происходит. Да-да-да, я здесь, алло, алло. Слышь, а выпусти меня, пожалуйста, отсюда. Что мне нужно делать? Походу ничего, да? Не поверите, я нажимаю все кнопки, но ничего не происходит. Может, нужно волну просто поймать. Сука, как же бесит этот звук. Во, вот здесь как это. Ну давай, игра, пожалуйста, ну не тупи. Барщи, не тупи. Во, начинает быстро мигать. Так, давайте, не знаю, попробуем сфотографировать. Я хер его знаю, что, сука. Кто ты? Слышь, что это за херь была? То есть теперь нам нужно делать фотографии, да, постоянно вот тут. Ля. Хорошо. Все, отпустила? Или нет? Офицер Рассел здесь. Я вхожу в подвал Мэдисон Хилл. 87-й. Я вижу какой-то колодец в центре комнаты. Похоже, что он открыт. Я подхожу, хочу узнать, что там. Боже, оттуда исходит просто ужаснейший запах. Боже, я не могу. Еще хуже то, что я не могу ни хрена там разглядеть. Слышь, где этот бабайка? Он у нас не нападет? Блять, кажется, я нашел пропавших людей. Они все изуродованы. Ноги, руки.
Они везде. Сука, что за хуйня здесь происходит? Не вижу Мэдисон. Я не думаю, что она здесь. Нужно убираться отсюда. О боже. Что это было? Кажется, я не один. Тут точно тут кто-то есть. Я просто кручусь из-за того, что не хочу, чтобы на нас кто-то напал. Мэдисон? Это ты? Полиция! Покажитесь. Это приказ. Сука. Стрёмно, ребят. Назад. Поднимите руки вверх, чтобы я их видел. Не подходите ближе. Назад. Я сказал назад. Жесть. Все, теперь мы можем отсюда уйти. Ага, давай еще раз фотографируем. Сука. Этого не может быть. Эта ебаная камера принадлежит той женщине. Почему это происходит со мной? Я должен убираться отсюда к черту. Слышишь, что это за звук был? Вы слышали? Как отсюда выбраться? Давайте фотографировать. Не? А можешь ты меня отсюда выпустить? Я сейчас никому не скажу, что тут происходит. Обещаю. Сука. Испугал. Блять. О, господи. Где я? Что это за место? Это женщина. Возможно ли, что она все еще жива? Не? Не так? Ага, ля, могу открыть. Давайте, наверное, все дверки пооткрываем. Может, за какой-то из этих дверок будет кто-то стоять и попробуем пофотографировать. Так. Бонжур. Я не знаю, нужно ли нам это все делать. И что нам нужно делать? Ладно, хер с вами, пошлите отсюда. Ну? Происходит, что мне нужно делать? Во, сука, что-то начинается, да? Не подходи ко мне, у меня есть фотоаппарат, я не побоюсь им воспользоваться. Все закрыто, хорошо. Давай фоткать. Ага, тараканы. Так, а ну. Да не, пусто. Так, может, по количеству фотографий нужно смотреть, типа, и фоткать вот эти вот места. Закрыто. Сука. Нахуй, пошли отсюда.
пиздец какой-то. Уходим, все, уходим, 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 уходим. Ты что, издеваешься? Какого хера здесь происходит? Алло? Мистер Бабайка? Черт. Моя голова. Больно. Чердак? Я не понимаю, моя голова. Ага, а я знаю, где чердак находится. Так, открыть. Нужно пройти на чердак. Помните, где он не мог подняться? Хорошо, пошлите туда. Пошлите туда, на в эту сторону и налево. Так, только давай, наверное, фотоаппарат возьмем вот так, чтобы, если что, напугать нашу бабайку. Ага, здорово. Так, пошли. Божечка, ты можешь выпрыгнуть просто в окно или нет? Так, только не закрывайся, хорошо? Так, он огромен. Я здесь никогда не был. Так, это что такое? Так, читать. Возраст — это лишь цифра. Ты можешь добавить или отнять, но в конце концов ты все равно умрешь. Ага, это загадка, да? Сейчас будет очередная. Хорошо. Ясненько, не то. То есть мне нужно сюда сейчас фотографию, да, какую-то прикрепить. Пожалуйста, не скрипи так. Так, очередные часы. Могу их? Нет, не могу, не могу. Нет. Тоже не могу. Окей. Так, 38 плюс 13, 51. Блин, а где мне эти портреты брать? Так, схватить. Стой. Схватить. Давай сфоткаем. Ага, 13 ля написано. 13, хорошо. А здесь у нас? Десять, да? Погодим. Дай перевернуть, дай посмотреть. 5 лет. Ага, тут 10, там 13, а здесь у нас сколько? 5 лет. 38, а здесь... Давай посмотрим. 25. Да? Или нихера? Короче, стой, смотри. Здесь у нас 10, да, по-моему, или что у нас здесь? Нужно будет сейчас решить эту... Ага, это у нас 13. То есть мне нужно... Мне нужно что-то сделать. Что сделать? 5 лет. Ага, погоди. Может, с помощью молотка, лопаты. Лопата тоже не могу, да, нихера сделать. Стой, а ты кто? 43. Назад. А давай сфоткаем. Не, ничего не про... Ничего не произошло. 43. Тридцать восемь плюс 13, 51.
43. Вот, 43. 10 плюс 33. 33. Схватить ключ. Прикольно. Мы ключ какой-то нашли. Короче, я так понял, нам реально нужно будет сейчас сюда картины вешать какие-то, да? Хорошо, давай спустимся вниз. Вроде здесь больше ничего нет. Попробуем найти картины и установить их туда. Так, а этот ключик у нас от как... Сука, 43-43 летняя женщина была убита. Офицером полиции, 43-летняя женщина. Угу, подсказка 43, да? Так, а тут? Нет, тут ничего. 43-43, тут закрыто у нас. Тут у нас, к сожалению, закрыто. У нас еще вроде бы две дверки есть закрытые. Может, тут куда-то можно открыть. Стой, что-то произошло? Вроде нет. Так, цепи. Ну да, кусачками ты сможешь это все сделать, это понятненько. Во, смотри. Может, тут портреты есть? Заходим. Так. Что за беспорядок? Так, входной ключ должен быть где-то здесь. Так, ты кто? Бабушкин дневник? Они говорят, что вести... А, что вести дневник полезно для мозга. Что ж, туда посмотрим. Из этого выйдет. Сегодня мы сходили на гаражную распродажу около центра, и я нашла книгу с очень хорошими рецептами. Он был и рад. Ага. Очень интересно, но нихера не понятно. Не, это не надо. Давай посмотрим. Зачем это хранить здесь? Бабушка умерла давным-давно. Здесь везде медикаменты. Так, давай фоткать. Не, значит, нам не надо. Открыть. Заперто. Что это за вещи? Схватить. Мы с вами что-то взяли. Старые слайды. Ага, мы с вами будем слайды смотреть. Прикольненько. Идем дальше. А нельзя никакую картину здесь взять, чтобы... Тихо, тихо, тихонечко. Ты чего? Все хорошо. Это я, твой дружелюбный сосед. Человек-паук. Нельзя взять никакую картину, чтобы повесить ее потом. Так, во, смотри. Я и так слишком много несу. Угу. Раз. И... А у меня есть еще одна такая штука. Так, осмотреть, приблизить, назад, повернуть. Что тут написано? Хер его знает, да? Так, ну. Все, мы правильно все сделали? Угу. Нет, неправильно. У меня нету очередной штуки, да? Так, ты кто? Вот это вот. Давай повернем вот так вот, а здесь повернем вот
Так, вот тут что-то находится. А где оно находится? И что его делать? Портрет, фотографии. Ля, что-то произошло. Видели? Дверка какая-то, да? Появилась какая-то дверь. Может, здесь? За шкафом? Так, дай сюда. Она была такой больной. Исследование. Правый глаз 95%, левый глаз 87%. 85-87, может, это пароль какой-то? А где эта дверка? Ага, а как мне тебя открыть? Как мне тебя открыть, скажи, пожалуйста? Может, с помощью лопаты как-то? Ну, помоги мне, пожалуйста, игра. Смотри, нужно эту штуку подвинуть. Каким образом ее подвинуть? Может, еще раз вблизи сделать? Не, она не хочет. Ага, может, тут нас нужно сфоткать? Не? Хорошо, давай дверку сфоткаем. Тоже нихера. Может, что-то упускаю? Только что я могу упускать? Ну вот, тут находится дверь. Я хочу туда пройти. Вот видите, да? У меня для этого даже молоток есть, все есть. Сука, игра. Не беси меня. Хорошо, ну давай выходить, раз я сюда не могу. А мне точно сюда надо. Давай искать, может, слайды какие-то посмотрим. Так, картина, толчок. Я по-любому что-то упускаю. Только что это песня. О, ля, дверка открылась. Что? Теперь оно открыто? Open the door. Здесь точно кто-то здесь есть, да? Сука! Чё ебанулась? Блин, у нас вторая кассета появилась с вами. У нас появилась с вами вторая кассета. А не заманивает ли она меня в ловушку, как думаете? Так, тихонечко. Так, комната отца. Выключить. Кто? Шо? Кто? Где? Кого? Давай фоткать. Не помогло. Тоже не помогло. Так, здесь... Ага, здесь открыто, да? Эта пианино переждает входную дверь. Так, ребят, давайте, наверное, мы на этом с вами остановимся в следующей серии. Сейчас зайдем в эту дверку и продолжим. Продолжим наше с вами исследование этого дома. Так что все, всем спасибо за просмотр, всем пока-пока и до подписки.